руке лучист, ласково мерцают звезды, нисходит в душу тишина, стремится сердце к очищению, благоговением полна, душа ждет Господа рождения. Прежде чем зашла заря, настал спасение срок, и в знак рождения царя Господь звезду зажег. Над пастушьей пещерой убогой засверкала впервые она, отражение вечного Бога, возвещая рождение Христа. Сияя, как кристалл, светлыми лучами, ангел Божий им предстал с чудными речами. «Встаньте и пойдите в город Вифлеем, души усладите и скажите всех, спас пришел к народу, спас явился». Согревая верой души, нам звезда, как солнце, светит, чтобы мир стал чище, лучше. Подари нечаянную радость, мир.
На сцене гости фестиваля камерный хор «Преображение», город Казань. Боже наш, спаси, аминь.
слышны звуки жизни, счастья и добра, мир весь озаряя светом Рождества. Нашу праздничную программу продолжает народный вокальный ансамбль «Каданс». Фестиваля «Свет Вифлеемской звезды» приветствуют глава Зеленогорского муниципального района Республики Татарстан Александр Васильевич Тыгин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, Габдельхамид Хазрат Зинатулин, Ухтасим Зеленогорского муниципального района. Уважаемые гости, мы приглашаем вас на сцену. Многоуважаемый Александр Васильевич, родной собрат, дорогие братья и сестры. Вот я сейчас смотрел начало концерта, фестиваля,
и невольно всплыли мысли. Все мы, кто здесь постарше, не могли себе представить, что настанет время, когда мы, верующие люди, соберемся в общественном культурном центре города. Но ответ Бог дал, когда родился в Вифлееме. Вот поистине сбылись слова: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Рождество Христово – это что? Некий исторический момент? Это эпос? Это фольклорное воспоминание? Нет. Это ответ Бога человеку, что так Бог возлюбил мир, что послал своего Сына на землю. А затем и крестная смерть. Но как Бог воспринял человеческую плоть? Для чего? К сожалению, она была повреждена нарушением заповеди, данной Богом. И через рождение, через воплощение Бог исцелил. Исцелил потенциале от греха и смерти вечной. Кто-то задал мне вопрос: но грех же есть, но неправда тоже есть. Пели о мире ангела, сегодня мира нет. Не предъявляй Богу претензии, человек. Это мы пожинаем то, что мы сеем. Не Бог сеет ненависть и вражду. Не Бог велит убивать ближних, а нередко самых близких нам, в чреве даже наших детей. Нет, не Бог, мы, нарушая нормы и закон, данный Богом, к сожалению, устраиваем себе жизнь такой, какая она есть. Но что нам? Пасть в уныние? Нет. Посмотрите на эти детские глаза. Посмотрите на их чистые личики. Вспомните и каждый из нас свою жизнь. Стоит нам, как некогда вы, матери, учили ходить своего дитятку, ребенка. Встань, встань на ножки. Немножко отступили. Ну иди, иди сюда. Он делает первые шаги, а вы уже его за ручку готов подхватить, взять. Ну вот, ну вот, ну вот ты научился ходить. И Бог учит нас нравственно ходить сейчас.
Мы один малый шаг только к Богу, а Он готов нам дать свои отеческие объятия. Народ Божий, помни, без Бога не до порога, без правды Божией трудно говорить о счастье и благоденствии. Да нет, не думайте, что я что-то опять говорю, да должен это кто-то говорить. И это наша обязанность говорить, ибо нам некуда идти дальше. Но Бог свои взоры обратил на нас. Рождество. Нет, это не фольклор. Нет, для нас это не эпос. Да, для нас это исторический реальный факт. Но каждый из нас, выйдя из этого зала, мысленно обратись к той убогой пещере. Представь себе, что Бог сошел на землю, воплотился. Для чего? Да для того, чтобы отныне, после рождения Христа, появилась у человека возможность восхождения от земли на небо к вечному настоящему счастью, которое в правде Божией. И особенно в этот рождественский день мы должны всегда об этом помнить. На протяжении 5 лет, почти 40 лет назад, я вспоминаю, когда каждый год в рождественскую ночь был в пещере. Она находится в древней базилике 4 века, пещера в храме прям. И вот внизу, там скромно поют русские монахини, наверху патриарх, греческое пение, в одном углу арабы, копты, армяне, римляне. И вот такое ощущение, вот он в новый мир объединяется вокруг Христа. Нет, мы не одиноки. Я утомил вас. Я хочу сказать вам, мои дорогие, пусть благодать от Спасителя Христа, от Вифлеемской звезды, коснется миром и спокойствием конкретно, лично ваших сердец. Пусть мир и согласие поселится в ваших семьях. Пусть Господь хранит нашу землю татарстанскую также в созидательном труде. Да, мы здесь разные по религиям, но и он верит в единого Бога и верит в ответственность перед Богом за прожитую жизнь. И мы верим, и мы знаем, нам не нужна ненависть, нам не нужен экстремизм, нам не нужны раздоры, ведь у нас красивый дом. Здесь, на земле татарстанской, а еще более обширной, это Россия, мы все вместе. Пусть Всевышний пошлет вам свою милость, сохранит нам многое, благое и мирное лето. А я благодарю вас, многоуважаемый Александр Васильевич, за организацию, за труды, за ту ревность,
не только к тому, чтобы были чистые улицы, красивые фасады домов, но чтобы и души людей были чистыми. А они могут быть чистыми только через добрые дела и через веру. Спасибо вам большое, и Бог вам помощь. Я благодарю вас, наш собрат, что вы сегодня вместе с нами. Это очень важно, чтобы все видели наше единство и сорадование друг другу. Без этого невозможно жить. Мои юные артисты, какие же вы замечательные. Я знаю, что еще большой концерт. Как же у вас все здорово получается. Берегите чистоту своих платьев и вспомните, ваши сердечки, ваши души должны быть всегда такими же чистыми и незапятнанными. В этом ваше счастье. С праздником еще раз вас, дорогие мои, Рождеством Христовым! Уважаемый владыка, уважаемый глава нашего Зеленодольского муниципального района, уважаемые зеленодольцы, я сегодня с чувством радости хочу поздравить вас сегодня с православным праздником Рождества Христова. Да, сегодня радует то, и мы благодарим Всевышнего о том, что у нас возрождаются наши прекрасные религиозные праздники, традиции, которые сегодня необходимы для нашей души, наших прекрасных благих чувств, а также для воспитания будущего поколения. И мы все являемся людьми Писания. Всевышний един Господь нас не спаслал нам великое Писание для того, чтобы мы могли найти истинный путь, чтобы мы могли себе явно по жизни знать, что добро, а что зло. Чтобы мы могли человеческие свои прекрасные правила, культуры, мы могли свериваться, как Всевышний нас обучил в своих писаниях, и мы могли жить в мире, в союзе, в любви и уважении друг к другу, потому что все мы являемся рабами Всевышнего, и мы подотчетны за все наши деяния в этой жизни перед нашим Господом. И, конечно же, сегодня радует то, что мы живем в взаимном сотрудничестве со всеми нашими братьями по религии. Это очень важно. Сегодня мир очень хрупок, и для того, чтобы мы этот мир сохраняли, очень важно для нас, чтобы мы всегда друг друга понимали, уважали, любили. Нам делить нечего. Ведь райская жизнь, он для всех создан в будущем. И поэтому мы должны все своими благими деяниями, своими благими устремлениями стремиться, чтобы мы больше создавать здесь добро, благо, богатство, чтобы мы этим богатством и в этом мире могли пользоваться. И мы могли добрые богатства оставить своим детям и, конечно же, получить достойное вознаграждение перед Всевышним. И дай Бог, чтобы наш мир был прекрасен. И мы благодарим также главе
Зеленодольского муниципального района за его великое достойное участие в этих мероприятиях. И это достойное как бы деяние да, будет вознаграждено Всевышним. И дай Бог, чтобы мы жили в вот, благословенном Татарстане, где у нас прекрасные наши руководители всегда направляют именно к этому, чтобы мы только были впереди, были всегда успешные, и чтобы мы жили достойными братьями и сестрами с уважением друг к другу. Спасибо вам, с праздником вас! Не стесняйтесь, похлопайте. Вот совсем недавно я буквально своими впечатлениями поделился с нашей владыкой несколько недель назад. Так ведь мы в этом зале с нашими друзьями-мусульманами, с нашими соседями, коллегами отмечали праздник Маулид. Рождество, рождение пророка. И в принципе, вот ничем не отличаются лица нашей христианской семьи от наших с вами соседей мусульман. Мы единый народ. И совершенно не случайно, что в Зеленодольске вот этот рождественский период, он как-то естественно уже стал весь посвящен великому событию Рождеству. Мы проводили в этом году и в прошлые годы тоже рождественские лыжные гонки. Мы провели массу соревновательных мероприятий. Отдельное, совершенно огромное спасибо настоятелям наших храмов, городских и сельских, с особым таким душевным теплом, семейным, прошли рождественские елки в каждом приходе. И в них приняли участие больше 600 зеленодольских детишек. Ребенок должен с первых дней своей жизни быть в храме. И, в принципе, не важно совершенно, в каком храме. Огромное количество прихожан пришло на Рождество помолиться в церкви. Практически мы говорим, что каждый десятый зеленодолец пришел и обратился к Всевышнему. Огромное спасибо, уважаемый владыка, за ваше благословение и инициативу. Вот сейчас в ДК Горького идет вот мероприятие, в котором мы с вами участвуем. А в ДК Родины идет митрополичья елка для детей со всех татарстанских приходов. И со сцены наш владыка обратился к детям с очень доступными теплыми словами, и я уверен, достучался до каждого из них. Так же, как и до нас с вами. Правда? Лично для меня дочка достучался. Я всех поздравляю нас с Рождеством. Совершенно недавно я вот слышал по телевизору публичную проповедь нашего главы Православной Церкви, патриарха Кирилла, который сказал простую вещь. Мы не знаем, как Рождество для каждого жителя Земли, но мы не должны забывать, что живем мы в 2016 году с Рождества Христова. И вот этот факт Рождества Христова, он принимается всем миром. И это наш с вами праздник с Рождеством. Мы ждем вас всех 19 января в каждом нашем храме для того, чтобы вы могли совершить не менее важное таинство крещения, смело искупаться и почувствовать себя еще на ноточку чище, светлее. И дай Бог добра в каждую зеленодольскую семью в новом году. С праздником всех! Подарки! Рождественского пряника всем! С праздником! Thank you.
Дорогие братья и сестры, к поздравлениям гостей присоединяются православные других стран и континентов. Внимание на экран. Greetings to our friends in Tatarstan. We wish to congratulate you with the forthcoming feast of the Nativity of Christ and wish you peace, wealth, health, and all good things from God. Поздравляем всех наших собратьев по вере в Республике Татарстан. Желаем всего самого наилучшего и с наступающим Рождеством Христовым. Дорогие наши друзья по сердцу, мы с вами поддерживаем друг друга и желаем, чтобы у вас было все хорошо, много добра, любви и радости. Молимся за мир. Аминь. Дорогие друзья, от имени участников молодежного православного семинара в Мюнхене мы хотим поздравить вас всех с Рождеством Христовым. Самые теплые поздравления из мирной Беларуси. Вам Божьей помощи, благодати и мирного неба над головой. Дорогие брати і сестри, щиро віншуємо вас со святом народження Христового і жадаємо миру, ладу і добробиту у вашій сім'ї. Будьмо разом. З Різдвом Христовим! Свої вайна над Алю от Господа Христа. Жоє Ной! Лік мій! Dear brothers and sisters, I'd like to wish you the warmest Christmas this year. Merry Christmas. Поздравляю всех с Рождеством Христовым. Желаю того, чтобы вы также посетили святые места, в частности, Святую Гору Афон, побывали в гостях у Святой Богородицы, чтобы она укрепила вас в вере. Ну и молиться ей, и она сподобит вас тоже посетить Святую Гору Афон. Рождество Христово, дорогие братья и сестры. Когда присоединены? Дорогие жители Татарстана и города Зеленодольска, поздравляем вас с Рождеством Христовым. И желаю встретить этот праздник в теплой семейной обстановке, в кругу самых близких и родных людей. Пусть этот праздник приносит вам веру в чудеса, в мир и добро. Храните мир в ваших сердцах, семьях и стране. И пусть никогда не случаются беды и войны, потому что чаяние любого человека, священника, мамы или врача, конечно же, только о мире. Каждый праздник Рождества Христова приносит нам незабываемые минуты счастья, радости и благодати. Славьте Господа и любите друг друга. С Рождеством Христовым! Благословите, Владыка Феофан! Добрый вечер, добрый, Пане Господа! Jednodušnoj i jednovernoj u Hristu Gospodu vozubljenoj braći, građanima proslavenog grada Kazana, srca punog božićne radosti upućujemo najtoplije i najiskrenije čestitke povodom praznika rođenja ovaplođenog Sina i Slova Božijeg, želeći im blagoslov Božji, a u dušama mir i ljubav. S osobitom radošću vam obznanjujemo da je naš grad Šabac, sedište eparhije Šabačke, postao prvo mesto u okrilju Srpske pravoslavne crkve, koje je dobilo hram posvećeno kazanskoj ikoni Presvete Bogorodice. Mir Božji, Hristos se rodi. Мы вступаем в дивную светозарную ночь Рождества. Вспоминаем пришествие в мир Спасителя. Вспоминаем, как ангелы, явившись пастухам, сказали удивительные для них и для всех нас слова. Слава Вышних Богу и на земле мир, и в людях благоволение. Это была некая констатация того, что с пришествием в мир Спасителя мир и благоволение среди людей
становится целью и данностью. О, Русь, хочу, чтоб ты жила, колени преклонив, обратилась к Богу. Пусть снег заносит русскую дорогу, была б душа прекрасна и светла. На сцене солистка Зеленодольского музыкального театра Гузель Саттарова. Икона, пред нею старушка седая, церковные свечи горят, все вокруг освещая. И этот божественный храм, березы, цветы полевые, все это мы нежно зовем Россия. Ансамбль «ВЭП» Айнур Закиров и Лилия Серазиева.
стоешь? Да я могу, тормож где? Дикуре, влезет мне. Уравнан балалар, ташканы авалар, Туганлык көрине, тұрышлык явалар. Кесір жар кирпене, бірсенің улында, Шул шарға қарым да, ұйлым жир турында. Жир да шул шар түсле, бик мүмкін шартларға, Балалар шыққанлар, жир шарын шартларға. Алар да біле, ләтімішлік мегесін, Жир қияш тиреми, туқтаусыз әйленсін. Верой и надеждой в праздник Рождества желает всем Нини Харава и Народная хореографическая студия «Орфей». Thank you.
ночи вся земля светла, и звонят колокола, и ровнее бьется сердце, и стройней звучит хвала. Вы торжествуете, веселитесь, люди добрые. Он сделан из надежды, солидно.
небеса, так запросто в толпе прохожих, и вдруг на музыку похожи людские станут голоса. На сцене Екатерина Супина и народный хореографический ансамбль «Веснушки». Перед вами, что день наступит, горя.
Народная вокальная премьер-студия. Нежнее облаков, только мне одно.
Thank you.
Вот через поле это широкое, святый вечер это широкое, да и через море это глубокое, святый вечер это глубокое. Туда я и шла, Божия Мати, святый вечер, Божия Мати. Божия Мати, сына шукати, святый вечер, сына шукати. Ой, я стріла вона, три янголячки, святый вечер, три янголячки. Три янголячки, три коленячки, святый вечер, три коленячки. Чи не бачили сына моего, святый вечер, сына моего. Сына моего, Бога вашего, святый вечер, Бога вашего. Thank you.
будет светел месяц золотой. Рыцарь дарует частые звездочки с небес. Рыцарь дарует все. Народный хореографический ансамбль «Веснушки». Все песни мои, все друзья будут рядом.
Радуйся, земля, Сын Божий, на
Спасибо большое за теплый прием. Ну, а сейчас мы исполним старинный русский романс, который вы все прекрасно знаете. «Бубенцы». Поехали. Сердце будто проснулось пугливо, пережитого стало мне жаль. Уже конь с распущенной гривой с бубенцами умчал меня вдаль. Светлый праздник Рождества.
добрее и праведней, когда над ним зажглась Спасителя звезда. С тех пор нам свет звезды святой несет с небес надежду и покой, и радует детей подарками и снами, и самым настоящим волшебством. Мы не одни, любовь и вера с нами, всем мира, всех с великим Рождеством. На сцене джаз-оркестр детской музыкальной школы. Звучит фантазия на тему Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».
скучно, значит, настало время для большой любви. На сцене солист Зеленодольского музыкального театра Ильнур Низамиев.
вальс дарит всем народный хореографический ансамбль «Импульс». Сердце и дарит любовь, прощение и мир.